Вітаю, з вами програма «Красотка» та я її ведуча Дар'я Сидоровська. Новий день, нове перевтілення. Сьогоднішня наша героїня у числі найуспішніших жінок Одеси. Українська актриса, заслужена артистка України, учасниця комік-трупи «Маски-шоу» Наталія Бузько. Зараз вона піде знайомитися з нашим іміджмейкером Наталією Андрієвою. Наталія Бузько – заслужена артистка України, учасниця комік-трупи «Маски-шоу». Займається тим, про що завжди мріяла. Грає в театрі та знімається в кіно. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Меня тоже зовут Наталья, я имиджмейкер вот этого интересного проекта «Топ успешных женщин». Скажите, пожалуйста, вкратце расскажите, вы, конечно, очень знаком любому нашему гражданину и гражданке в городе, жителям всем, вы известный человек, но о себе, может быть, какие вам нравятся стили, какие направления, что бы вам хотелось? Мне бы хотелось, наверное, что-то вот время 40-х годов, почему-то, вот последние несколько дней. Перемены в целом мне нравятся. Из современных стилей, какой вам ближе? Я так поняла, что из-за определенного образа жизни, конечно, мне ближе, ну скажем, назовем этот стиль спортивный, то есть удобные вещи, натуральные. Обувь на низком ходу. То есть, чтобы все-таки ближе было к классическому стилю, если джинсы? Нет, если джинсы, то вообще лучше не джинсы. Интересный вариант. Платье спортивного стиля, да, вот допустим, такие платья, которые не сковывают движение. Да. Трикотаж. Да, ну трикотаж, надо с ним осторожным, конечно, быть. Наталья Андреева. Іміджмейкер проекту «Красотка». Фахівець із стилю. Засновник і керівник студії іміджу «Преображення». Наталя, є якісь хвилювання щодо того, що для вас роблять і який образ для вас створюють? Чогось немає хвилювання. Хоча по логіці повинна була би волноватися, да? Ви повністю довіряєте персоналу? Да. Да, я сьогодні довіряю, як ніколи. Як ви вважаєте, який для вас оберуть образ? Який створять для вас? Який буде одяг? Яка буде зачіска? Я думаю, що... Знаете, что-то такое романтическое, может быть, модерн. Но это очень интересно. Конечно, я бы хотела попробовать, может быть, что-нибудь совершенно противоположное. Надо, наверное, делать это хотя бы раз в году. Да? Так, отдавать себя в руки специалистам и смотреть, что получится с новым образом. Наша сьогоднішня героїня – це Наталія Бузько, народна артистка України. Який в неї характер та який буде її новий образ? Ну, як актриса, вона несе позитив завжди з екранів для наших горожан і для всіх граждан України. І вона, звісно, привикла бути різною. Она достаточно открытый, позитивный человек, но мне так показалось, что больше романтики все-таки у этой девушки. Внутри, в душе она такая еще романтическая девушка.
И очень хотелось подчеркнуть вот эту романтику, вот эту нежность и открытость, наверное, для контакта. Наташу очень хочется все-таки увидеть в романтическом стиле, потому что трогательность ее души и восторженный до сих пор взгляд ее глаз хочется подчеркнуть. Но это будет романтика без кружев, без каких-то воланов, рюшей. Мне бы хотелось это передать, наверное, все-таки в цветовом решении. Далі, ви дуже інтригуєте. Що ж, будемо чекати. У салоні квіти від Екатерини ми підберемо для нашої Гирині подарунок. Адже майстри цього салону – справжні фахівці своєї справи. Пішли! Валя, наша сьогоднішня Гириня – це Наталя Бузько, народна артистка України. Вона дуже романтична людина. На сцені вона постійно змінюється, змінює свої образи, але в житті йде перевагу ретро. Будь ласка, підбери для неї букет квітів, який би їй повністю відповідав. Хорошо, ми зробимо, приступаємо. Це цікава задача. Валя, я бачив, що вже букет готовий. Дуже, дуже цікавий, дуже красивий. Дякуємо вам за роботу. Наталя, ми частково завершили ваше перевтілення. Ви готові себе побачити? Готова. Наталя, рахуйте. Я рахую? Ні. Ні, відкриваємо глазки. Раз, два, три. Відкривати? Да. О, я. Здорово. Подобається? Да? Только другое выражение лица теперь надо. Надо потренироваться. Мундштук забыла. Какая женщина вам. Красота. Не, земная. Наталя, аби підсолодити мить перевтілення, студія шоколадних подарунків Наталі Балан дарить вам золотий запас. Спасибо, какая прелесть. Дуже гарно. Так, що ж це таке? Зараз я відкрию. А як це відкривається? Зараз. Ух ти! Клас! Золоті зливки. Да. Вот это здорово. Ваше перевтілення триває. Далі вирушаєте до магазину одягу «Актуель».
фотосесія з Наталією Бузько проходить дуже весело, адже, як вона сама каже, визивати людей посмішку – це стан душі. Наталя, за допомогою чого ви створювали романтичний образ для нашої героїні Наталі Бузько? А вот как раз в этом случае образ романтики был создан за счет яркости. Яркости и сочетания многих цветов. У нас первый ансамбль – это жакет. Жакет достаточно ярких сочетаний цветов. Он подчеркивает, с одной стороны, восприятие, да, жизни, второе, вот какой-то такой немножко передает характер Натальи. И даже наши такие интересные розочки, сложенные из ткани на рукавах, вот этот элемент романтики передает. То есть цветочный принт плюс элемент аппликации. Потом у нее очень яркие брюки, но это джинсы. Хотелось бы показать, что и в джинсовой одежде девушка может быть очень романтической. И если вы обратили внимание, что сочетание действительно очень ярких цветов очень гармонично смотрится на нашей Наталье. При всем при этом мы опять же сочетали разные стили, потому что прическа ее выполнена полностью в стиле ретро. Притом это ретро 20-х годов. А макияж делался, дымчатый макияж, абсолютно современный. И вот так вот может сочетать сегодня девушка в романтическом стиле, даже в любом другом стиле, казалось бы, абсолютно разные направления. Да? И джинсовый стиль, и романтическое направление, и ретро-стиль. Наталя, дякую вам за роботу. Я впевнена, що наша героїня Наталя Бузько буде себе відчувати в нових образах дуже комфортно. Рядышком. Или цветочки? Спасибо. Наташа, видишь, как все расцветает? Боже. Ты расцветаешь. И все расцветает. Синхрон. Я желаю тебе, чтобы теперь в твоей жизни было много новизны, свежести, новых ощущений. Спасибо. А вот и мы. Боже мой, кто француженка. Это? Кто это? Боже мой, я не знаю. Она до этого была прекрасна. Сейчас это что-то невероятное. Это что-то неземное. Кто-то неземное. Нет, это другой человек. Другой совершенно. Пусть этот день твою душу затронет. Сердце забьется и счастье утонет. Ясной улыбкой лицо засияет. Лишь когда любишь, такое бывает. Тут видно и весна. Да. И все это. И просто. Северный ветер. Не, ну это друг, ну француженка, я не да. знаю. Француженка.
сіяти, розквітати та радіти життю. З вами була Дарина Сидоровська та програма «Красотка». Заповнити анкету на участь у програмі у наших партнерів або на сайті rnme.tv.